Ильхама не будет. Кто ни было, было Ильхама не будет. Потому что это режим нехороший режим. В принципе, его отец был самым лучшим президентом, я думаю, который был в Азербайджане. Я думаю, его сын тоже будет лучше. Мы сейчас на данный момент не можем бороться за свои права. Что хотим, то сказать. Ну, не знаю, много чего есть. В жизни там все бывает, все есть. Трудно сейчас, и поэтому хотелось бы, чтобы какие-то перемены были. Обязательно нужны перемены. Потому что у нас в стране коррумпированный режим. Основным законом нашей страны является коррупция. There have been some serious incidents of violence. There's been levels of intimidation, which we find very troubling. There has not been an equal playing field for all of the candidates. The media in particular, the state media, has not been balanced in their coverage of the campaign. And so there are very serious concerns.